Sen nereden biliyorsun? Ben şimdi o. Bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun? Дочка, у нас скоро мочит. На такси прам. Смотрите, как он изнутри выглядит во дворе. С высоты я имею в виду внутри. Стамбульский закат. Скинулись так просто, к нам заехал новый корабль. Нянатри, наверное. Султан Ахмед вот здесь находится. Айя Софья. Гарем. Острова начинаются уже. Надеюсь, за музыку мне YouTube не забанит. Атмосфера всего. Да, мама Галера. Лига чемпионов, матч начинается. Подождите. Полиция. Это все люди стоят. Лига чемпионов, но все смотрят за кафе. А мы идем в знаменитый ресторан. Бар вообще винный называется. Пано. Настоящие итальянские вина там вкусные. Сейчас вам покажу. Пано, это очень, я уже раньше вам снимала, очень знаменитый, так как бы паб называется, бар, винный бар, шарап бар. Здесь вина итальянские, французские, 1898 года. Это такие, типа, дорогие вина. Тут вообще на любой выбор, видите, обалденная винная карта. Еда есть, закуска есть, но в основном здесь вина, конечно, дегустационный такой. Опробоваться, если вы любите такое. Обожаю это место, это мое любимое. Это такси. Так, пойдемте вниз спустимся. Все аутентичное, старое. Боже. Старая кассовая машинка. Опа. Все вот такое древнее. Тут еще один зал. Это большой зал для отмечания какой-нибудь компании. Смотрите, сколько всяких вин. Все очень старое. У меня, кстати, у бабушки такой этот сервиз, типа был бар вот такой же. Ай, красота, обожаю панну. Это все времен Агаты Кристи. Весь интерьер все сохранено.
Что-то бутылки тут оформили. Эти все старые двери кайфовые. И вот небольшая терраса у них у входа еще есть. Вот вывеска. А вот так прямо идете, и там такси начинается. А вот там сейчас все начинают смотреть Лигу чемпионов. Везде бутурасан, Каппадокия, мускат 21 года. Очень сладкое, вкусное, причем турецкое вино. Сейчас я вам меню покажу. Такс. Брускетта. Слушайте, тут брускетта есть. Это, короче, закуски итальянские, чисто итальянский ресторан. Греческий салат. Салат 180 лир. Еда, блюдо 250. Средняя цена, кстати, по городу. Лакерда есть. Пармезан, лакерда, ростбиф, самон фюме. Все есть, короче. Пайдаши. Антипаста есть. Смотрите, кто живет в Бейлик-Тюзуме, вообще в Сен-Юрте, в Азиаевропейском. Ой, чума, сладкая, ко мне идешь. Привет. Че, ты меня нюхаешь? Смотрите, открылась у нас в марте месяце тут. Я вам покажу адрес. Вот, замороженный полуфабрикат. И у них здесь же цех, девочки, он стоят, лепят, там видно будет. Сейчас я вам покажу цены и все. Это девочки открыли из Чеченской Республики. И все это то же самое. У них есть такие же, как мы их назовем, магазин. И в Чечне. Сейчас вам покажу. Есть все абсолютно. Чебуреки различные, хинкал, манты-пельмени, хинкал как тесто, которые грузинские хинкали, открытые хинкал. Что там у нас еще? Курзе есть, лохана сарма. Тут это ценники. Да, конечно, не дешево, но качество очень хорошее. Наггетсы куриные, вот сырники 180 лир, такая коробка. 3 месяца хранения. Тефтели, пожалуйста. То есть всякие полуфабрикаты. Лохана сарма – это голубцы капустные. Вареники, пельмени. Мешок, короче, пельмешек крупных. Стоит 280 лир. Фасовка идет. Творожные сырники. Хинкал как тесто. Чеченский, дагестанский. Галушки даже есть. Посмотрим, сколько галушки стоят. 90 гальнаш, но галнаш, ну это галушки. 90 вареники, 210 мешок. Сыскал 100. Опять сырники здесь идут. Творог, который тоже здесь сделан. А творог сколько стоит? Килограмм или как там по упаковке? Угу. А, вон упакованы. А, окей. Сыворотка от творога. Соленья. Угу. Супер. Ага, спасибо. Готовы. Угу. Блинчики. Ага, с мясом 240. Сметана. Тебе сметана нужна? Взяла 100 лир баночку сметаны, маленькая. Творог вот фасованный 5.5% жирности. Просто обычное. А вот тут все это делается, видите? Все очень чисто, аккуратненько. Производство. Ну и там, конечно же. Сейчас я вам покажу адрес. Такс. Вот QR-код, на котором можно сканировать и в инсту выйти. А это телефон. Также у нас есть продажи вам подарков.
И даже мантоварка есть, чтобы манты варить. Запишу вам секретик. Гарнир к рыбе. Здесь в Турции в одном очень клевом ресторане я подсмотрела. Что здесь? Это руккола. Чем она тоньше, меньше листочки, тем лучше будет. Вкус будет у нее лучше. Турецкая руккола, она немножко горчит, она как перерощи. Еще от сорта тоже зависит, но здесь руккола немножко отличается, чем в других странах. Отваренное здесь киноа. Киноа я варила 15 минут, откинула просто на дуршлаг и промыла холодной водой, чтобы остановился процесс у нее варки. В это время я нарезала тонко киноа, нарезала тонко рукколу, киноа, соль. Обязательно долька лимона, сок ее, потому что если горчит руккола, лимон нейтрализует эту горечь. Примерно там пол столовой ложки оливкового масла обязательно тоже. И я еще здесь вот черное, видите, это я глейзер добавила. Нар экши можно еще положить, гранатовый сок этот для рыбы он тоже идет. Но это уже на ваш вкус любителя, в ресторане подают без него. Вот прекрасный гарнир, тут очень клевое КБЖУ, это очень полезно, и киноа из круп самое практически полезное, и руккола, и к рыбке это будет немножко, знаете, лимонно-кисло приятный вкус с рыбой постной, простой, с белой, с левреком, например, по-русски он сибас называется, сейчас у меня сибас будет, это будет очень-очень вкусно, рекомендую. Кто такое делает, ставьте лайк. Кто попробует, напишите в комментариях. Я хочу показать вот такой глейз. Я использовала фирма Blaze Glaze. Не помню, какой фирмы. Он продается в Carrefour Gourmet. На Трендиоле тоже есть. Даже я его видела в Россмане. И вот такая у меня рыбка получилась и серость. Но я уже здесь убрала всякие косточки, шкуру, позвоночник. Запекала просто в духовке без какого-либо масла в аэрогриле. И в ресторане подаются практически так же, только они, кстати, рыбу там жарят во фритюре, как бы, да, всю жиру, вообще все плавает. А здесь максимально просто полезное питание. Еще, кстати, в сервировке есть несколько кубиков картошки, но она, честно говоря, там у них невкусная, не очень полезная. В общем, это самое прекрасное и приятное. Еще, кстати, этот глейз можно полить на рыбу. Ну, это, считай, практически он для салатов больше идет. Это итальянская фирма вроде бы, это производство, не помню. А, да, Made in Italy, вот написано. Италия. Его, короче, много где продают в Турции, можно легко найти. Так что мне приятного аппетита. Всем, кто кушает, тоже.